Товарищи офицеры, у меня плохие новости. Сегодня в 5:34 по московскому времени группа боевиков атаковала блокпосты на территории оборонного промышленного комплекса «Ударник». Боевикам удалось прорваться и укрепиться на территории заводских помещений. Сейчас там ведутся ожесточенные бои. Внутренние войска оцепили район и ждут по... Парни, через 15 минут мы будем на месте. Я хочу, чтобы все прошло как обычно, гладко и без происшествий. Территория объекта оцеплена внутренними войсками. Наша основная задача – зачистить местность и ликвидировать сопротивление со стороны противника. А что из себя представляет сила противника? Насколько нам известно, это группа боевиков из 30-40 человек. Рано утром они прорвались через все блокпосты и сейчас укрепились на территории промышленного комплекса «Удар». Нам придется работать очень аккуратно, потому как на объекте полно гражданских лиц. Они должны быть эвакуированы под нашим прикрытием. Да, чую, будет весело. Я открою эту дверь. Прикройте меня. База, мы внутри. Здесь чисто. Веду наблюдение. Это совок. Меня спокойно. Веду наблюдение. Я спокоен, а ты? Это база, карась, что там у вас? База, это карась. Не на месте. Альфа, на колени! Ты не больше хорошо. Все наши бойцы. Они захватили эти склады и держат оборону. Эти пацанки должны ответить за собой. Майор, через подвал я слетешь. А мы в это время атакуем с этой стороны. Они не должны знать, что мы здесь. Сигнал, выполняй.
отличная работа, майор. Мы ликвидировали всех боевиков, которые удерживались в подсобные помещения. Сейчас наши ребята эвакуируют персонал ударников подальше от зоны боевых действий. Продвигаемся дальше. Берегите патроны. Смотри уши по сторонам. Разведка сообщает, что компактная группа боевиков в количестве 10-15 человек продвигается вглубь промышленного комплекса по железнодорожным путям. Мы должны остановить и избежать потерь среди граждан. Задача ясна. Продолжаем движение. Внимательнее смотрите по сторонам. We'll be right back.
Подойди. Всем занять позиции. Майор, откройте эту дверь. Давай, я прикрою.